объединяет Зимний дворец, Дмитровский собор, Виндзорский замок, вашу квартиру и наш танцпол. Думайте, 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 пока идет реклама. На телеканале «Россия» «Танцы со звездами». Продумано все. Ну что, догадались? Зимний дворец, Дмитровский собор, Виндзорский замок, вашу квартиру и наш танцпол объединяет паркет. В связи с тем, что паркет — слово французское, можно по-французски? Le danse avec le vedette. La nouvelle saison. Я прошу прощения за произношение. Наделаю кучу ошибок, но вы меня должны понять. Très bien. Молодец, 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 молодец. Танцы со звездами. Новый сезон. Румба нашей следующей пары наверняка будет жгучей, как острый перец, который так любит Оксана Федорова. И слегка пьянящий, как пиво, которое так любит Александр Литвиненко. Оксана Федорова и Александр Литвиненко посчитали хорошим знаком то, что на паркете остался маленький кусочек платья партнерши. И не ошиблись. Судьи дали этой паре первое место. Секс на паркете, секс во время музыки – это те же самые ощущения, впечатления. То есть это влюбленность, это действительно, это правда. А если хочешь действительно, чтобы танец получился хорошим, надо все отбросить. Все стеснения должны уйти. Перецепилась за меня ногой. Хопа! Хорошо. Энергетика начинает плескаться, и ты не всегда можешь с собой справиться, она... Вот так вот из себя на партнера, на партнера. Подожди. Наступил на ногу, да? Я уже все пальцы задрал. Ну, нате, вздохните. И по новой. Сейчас еще раз это же движение. Ну, вот так сегодня мы с Оксаной чуть-чуть поискрили. Ну, не знаю. На паркете пара номер 6. Звезда нашего канала Оксана Федорова и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко. Румба. Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Знаю, счастье не приходит дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник. Никогда твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы, а за окном все так же стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы. О, Боже мой! О, Боже мой! Я тоже так хочу! О! А вам самим понравилась ваша румба? Да. Весь дрожит. Вот я чувствую, микрофон дрожит. Кто в вашей паре главный? Вот, Саша. Хотя он и рядовой запас, но в танце он генерал. Это правда. А у нас в жюри, дорогие мои, главный Станислав Попов. Что это было эротично, физически очень красиво и ритмически очень точно. Великолепная румба. Станислав Григорьевич, а в одном из своих интервью сказал, что человек счастлив, когда он танцует. И когда он танцует, он иногда счастлив. Вот это то самое иногда... Я испытываю в настоящий момент. И иногда, кстати,
ставит хорошие оценки. Да. А мы на самом деле так счастливы видеть вас в партнерстве. Вот. Лауреат международных конкурсов бальных танцев, многократный финалист Кубков Европы, художественный руководитель шоу «Звездный экспресс», хореограф Владимир Андрюкин. Я думаю, что Саша сознательно сделал такую хореографию, когда партнерша практически все время была у него в руках. Дело в том, что в румбе очень сложный ритм, и для румбы характерно основной акцент делается не на сильную, а на слабую долю. И вот мне кажется, что если бы Саша не держала так плотно Оксану в руках, то такого аккуратного ритма не было бы, потому что, честно говоря, вот именно в шагах партнерши была определенная кашица. Владимир, я думаю, что если бы у вас в руках была бы такая партнерша, я вы бы на пупы ни разу не опустили. Я сейчас о технике шагов. И здесь у меня есть определенные претензии, а в целом, конечно, это было очень красиво. Народный артист России, премьер Большого театра, звезда мирового балета Николай Цискоридзе. Ну, вы действительно очень красивая пара, вы потрясающе смотритесь вместе, вы очень красиво двигаетесь органично. Но как представитель очень точного вида искусства, я тоже за то, чтобы все движения выполнялись правильно и в музыку. Это мое пожелание. Не надо «у», а надо прислушиваться к тому, что говорят профессионалы. У нас в зале есть болельщики этой пары. Актриса Светлана Тома и режиссер, актер Родион Нахапетов. Для меня очень важно вот те отношения, которые возникают в танце. И они, вот мне так как-то фантазируется, что они должны продолжаться и дальше. То есть вот ваши личные отношения, они настолько теплые, настолько чувственные, что кажется, можно развить дальнейшую историю этого танца. Я надеюсь, что это в конкурсной программе отразится. Юрия Николаевна, торопитесь. А вы, уважаемые зрители, спешите голосовать. S'il vous plaît, composez-le numéro 8-803-333-5006. Оксана и Александр. Вот так. Было сказано столько лестных слов из уст жюри. Теперь все-таки посмотрим, насколько это соответствует оценкам. Станислав Попов. 10. Алла Сигалова. 9. Владимир Андрюк. 7. Николай Цискоридзе. 8. Сумма баллов 34. Довольны оценкой? Да. Довольны. И уважаемые телезрители, СМС-сообщение по телефону 6060. Цифра 6.